Я решил его и так оставить. Но, как я вижу, разговариваю о женственности Шарли, не только. И знаете, кису постоянно бьет главного героя. Это говорит о том, что она будет доминировать в их отношениях, а не он. Как всегда. Ну ладно, с другой тямкой все будет лучше. Я жду не дождусь, пока мы до нее дойдем. До этого у нас есть. Бьет, значит, любит. Ну да, это еще как любит. Масана, а при чем тут тортик? У тебя что, днюха? Нифига это не значит. Значит. Ну, да, не всегда, но все же. Ай. Я понятия не имею, куда мне идти. Мне нужно как-то попасть внутрь, но хз как. Поговорю с народом. Какие фигня. Вторая будет клевой. Да блин! Вот первая, как бы, первая часть, первая игра этой серии посвящена, по сути, только по той тянке, ну, только для той тянки. В той игре, вот, в недавнем эпизоде, который вышел, ну, короче, я знаю, что в той игре можно даже жениться на той тянке. Причем, реально. Я почитал новость об этом недавно, то, что вышел эпизод, где уже можно это делать. Господи. Вот офлайновая версия уже вышла сегодня как раз. Если через полгода английскую не завезут, то возьму японку и пошло все, знаешь куда. Не буду я столько ждать. Блин, если бы не беда с аккаунтами на Вики, то я бы давно уже взял. 2 днюхи еще далеко. Так. Ну ладно, как я вижу. Здесь ничего. Блин, что я пропустил? Туда меня не пускают. Даже мне пойти и найти этот вход. Действительно понятия не имею. Power Destruction, да, вряд ли там что-то. Если кто-нибудь может помочь, смотрите в моем предыдущем прохождении японской версии. Куда я тут там пошел после этой двери? О, смотрите, что-то есть. Да, походу это действительно та песня. Офигеть. Короче, ребят, нужно было тупо зайти внутри эти тянки и запомнить эту песню. Вот. Что? Дельта, мы разве уже не плюнули на это? Нет, подожди секунду. Я думаю, что я могу что-то с этим сделать. И что? Дверь. Слова были. Это... Нет, это невозможно. Ашерпина, Зушерпин, Зия. Оно открылось! Интересно. Откуда ты это узнал? Я видел это в геометрии. Что именно ты видел? Я видела, как Дзил говорила эти слова перед дверью. Что? Удивительно.
Это было своего рода маленькое чудо, я бы так сказал. Шарли, а ну подожди секунду. Что такое? Ты говорил, что ты видел геометрию Зил. И там ты и узнал об этих словах. Но ты же никак не связан с ней. Да, я знаю, это не имеет никакого смысла. Я сам не понимаю, что происходит. Правда? Я думаю, что ответ очевиден. Ты, наверное, где-то в тайне связал себя с геометрией Дзил. Что? Что это вообще значит? Дельта, тихо. Я собираюсь сказать кое-что ужасное тебе, так что извини меня заранее. Что? Я думал об этом уже какое-то время. 6 месяцев назад ты открыл барьер изнутри. Сразу после этого поймали Шарли. И потом из ниоткуда показались те машины и... И ты не можешь ничего вспомнить, что там произошло. Знаешь, Дельта, я всегда чувствовала ответственность за то, что тебя поймали Куантров год назад, когда мы были партнерами. Именно поэтому я пыталась так сильно помочь тебе, чтобы ты вернулся в нормальное состояние, таким, каким ты был ранее. Но я не думаю, что я больше тебе могу доверять. Кис, успокойся. Он все еще тот же самый Дельта, которого мы знаем годами уже. Да я знаю, я видела, как он рос, помнишь? Его глупость, его безрассудство, его доброта. Все это я помню. Кису, Но я хочу сказать, когда мы пошли спасать Шарл, ты открыл ту дверь в церковь, как будто это нормально. Если бы это случилось только один раз, и это было лишь один раз совпадение, то я бы могла бы и не взять это всерьез. Но не во второй раз. Это значит... Пожалуйста, Дельта, скажи мне, что происходит? Как ты убежал? Как ты смог сам выбраться из Куантрува? На тебе не было даже шрамов. Я говорил тебе, я не знаю. Единственное, что я могу вспомнить, это то, как я находился перед Филином. Это ложь. Церковь, что-то с тобой сделали. Или, может быть, Шарли сделали. Я права? Они, наверное, тебя шантажировали, чтобы ты привел нас сюда. Точнее, туда. Именно поэтому ты и открыл барьер, да? Нет. Тогда объяснись. Как ты можешь вот так действовать, как будто ничего не произошло? Как ты можешь забыть то время, что мы провели вместе? Ты оставил плазму и открыл себе ресторанчик.
И потом тебя взяли как наемника. Хватит уже шутить со мной, блин. Да я не знаю сам. Мама, папа, прекратите. Прим. Пожалуйста, прекратите ссориться. У тебя нету никаких твоих старых воспоминаний или чувств или что-то типа этого. Так что прекращай вести себя так, как будто ничего такого не было. Если ты так продолжишь, возможно, мне придется причинить тебе боль. Ну, прекрати это, Кису. Нет, точнее, ты закончила, Кису. Не совсем. Я сомневаюсь, что Плазма была бы счастлива услышать твою маленькую речь. В данный момент это мне вообще не волнует. Кису, ты, похоже, очень уверена в том, что он как-то связан с церковью и Шао. Но это вряд ли так. Подумай об этом. Если бы он был вовлечен в то, что меня захватили, то зачем ему создавать себе проблемы и потом приходить и спасать меня? Я не знаю. Та же самую логику можно им применить к барьеру, который был открыт. Если Дельта и Кёдан и Шаар вместе открыли барьер, то Ферион бы не было. Если бы Дельта вступил в сговор с церковью, чтобы это сделать, то вряд ли бы Филиан сейчас существовал. Думаю так. Дельта не мистериасна токоромару. Демо, соно окагеде боку тачи ва таскатте иру ному джидзиц да. Есть некоторые вещи в Дельте, которые мы не можем просто так объяснить. Но он был все время очень полезен. Пока что, я думаю, нам стоит его принять. Нашим основным приоритетом должен быть возвращение магической песни назад. И мы должны остановить тех машин. Если они прорвутся через барьер, то Филион будет беззащитным. Ну, нам стоит идти. Тебе тоже, Дельта. Эта область небезопасна. Да. Кису. Что? Ничего. Это было страшно. Обычно мама и папа очень хорошо ладят. Почему они ссорились? Неужели все люди такие?